Чиновники ответили за долгую раскачку при вхождении в отопительный сезон. Отчет о том, что сделано на сегодняшний день, прозвучал на очередном заседании регионального правительства. Накануне губернатор Валерий Радаев сделал заявление, что в связи с холодной погодой область должна незамедлительно включиться в отоп-сезон. На 2 недели раньше запланированного срока подачи тепла. Однако сегодня днем в регионе к отоплению были подключены всего 7% домов. Что мешает дать тепло в кратчайшие сроки в другие здания? Чиновников выслушал Станислав Жижин. Прорыв тепловой сети в Ленинском районе Саратова. Частая история во время начала отопительного сезона. Бригада рабочих уже на месте. Специалисты устраняют неисправность. В данный момент здесь определен масштаб работ. Необходимо заменить участок трубы полтора метра. Вырезается участок трубы и вставляется, вваривается новый участок трубы. Этот инцидент на радость местных жителей всего лишь учение. Своего рода демонстрация полной боевой готовности города к отопительному сезону. По словам руководства областного центра, мелкие недочеты еще остались. Тепловики устраняют последние повреждения на магистрали, но в целом крупные инциденты исключены. Все необходимые мероприятия подготовки к отопительному периоду 2016-2017 года выполнены. В том числе проведены гидравлические испытания магистральных квартальных сетей, что составляет 100%, подготовлено 216 котельных 100% и подготовка 154 ЦТП тоже 100%. Это цифры только по городу. По области они почти такие же. На 100% готовы все 400 объектов соцсферы. Жилые дома на 99,5%. Это 14 с небольшим тысяч многоэтажек области. Но тепло, как поручил губернатор, с 28 сентября появилось не во всех домах. По словам чиновников, все дело в накопившейся задолженности перед энергетиками. Задолженность за газ на сегодняшний день составляет 1 954 000 000, задолженность за электроэнергию 1 265 000 000 рублей. По поручению губернатора, чтобы ликвидировать задолженности бюджетных учреждений, было предоставлено бюджетных кредитов 200 000 000 рублей. И сейчас большая часть из них доведена до ресурсоснабжающих тепловых организаций, доведена в полном объеме, и они рассчитываются с газовыми компаниями, чтобы снизить данную задолженность. Расшивать задолженность – это обязанность чиновников, отметил глава региона. Жители должны получать услугу своевременно, не дожидаясь, замерзая в квартирах, когда будут оплачены все счета. Тепло должно у всех быть. Тепло у всех должно быть сегодня. Вот открыл задвижку, тепло должно пойти. Поэтому чудо не произойдет. Надо было 3 недели назад этим заниматься, 2 недели назад этим заниматься. Поэтому я попросил бы вас как министра по-другому здесь подойти и себя настроить. Так не пойдет. А задолженность надо снимать. Миллиарды долга накопились не за один день, отметил губернатор. Найти возможность его погасить также займет не один месяц. В то же время заморозки могут наступить уже завтра. Однако жители региона почувствовать их на себе не должны. Тем более, что в области уже превышен порог простудных заболеваний на 13%. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов 24.